Всем привет, с вами Кристал, продолжаем играть в разные игры, и сегодня будем играть довольно странную игру, но в то же время довольно забавную, принцесса Ном-Ном. Да, здесь нам предстоит кормить вот это огромное существо, эту принцессу Ном-Ном, так сказать. И эта игрушка, этакий кликер получается, поэтому довольно забавная. В общем, у нас есть принцесса, которая умеет создавать таких вот детишек, наверное, я не знаю, что это такое, но в общем, это маленькая... Чудо, так сказать, вылезло из нашей принцессы. Теперь она будет кормить нашу принцессу. И за счет этого мы будем получать больше армию, больше возможностей кормить нашу принцессу и больше разных апгрейдов. Больше разных апгрейдов сможем получить. Да, здесь вообще куча разных апгрейдов. Вот они здесь будут. Со временем еще будут новенькие открываться. Поэтому довольно интересно. Но на нас сначала надо будет насобирать чуть-чуть еды, чтобы после этого реализовать нашу, так сказать, будущую армию, которая нам понадобится. Вообще не знаю, что да как в этой игре. Возможно, в будущем на самом деле вот эта вся армия будет использоваться в целях уничтожения мира, которую создает это милейшее существо. Да. Но пока что мы просто кормим. Пока что беззаботно кормим это огромное чудо. И теперь у нас есть еще один товарищ, которого можем отправить собирать еще и рыбу, да. Он теперь будет рыбачить и приносить больше хавчика нам. Поэтому мы пока что будем использовать двоих ребят. Кстати, рыба приносит больше, да, но при этом рыбу несут медленнее. Так, надо еще сделать пару солдат наших будущих. Поэтому пусть они пока здесь бегают, приносят нам счастье, радость и так далее. Пока эти приносят еду, бедные работают. Зато они работают прям в удовольствие, знаете, такие, типа... Все ради великой цели, да. Такие, мы всегда довольны, мы что угодно. Сами вряд ли они вообще едят. Хотя, может, им вообще не надо есть. На самом деле, они какие-нибудь роботы или еще что-нибудь в этом деле. Но, да. В общем, вот так вот все это потихоньку происходит. Мы собираем ресурсы, кормим, кормим, кормим. И так далее. Кстати, странная музыка играет на фоне. Так, ладно. Теперь отправляем двух чуваков. На уже на рыбалку. Трое у нас собирает ягоды, эти собирают рыбу. Кстати, надо будет купить себе какой-нибудь апгрейд, наверное, да, у нас Run Forest Run. Reduce Time Needed. А, сокращает время на возвращение ребят из леса. Ну, не знаю, стоит ли это делать. Я бы сделал, знаете, лучше что? Так, я сделаю еще пару ребят и увеличу до 6 в лес, вот тогда будет интереснее. Плюс еще если 200 наберем, то можно будет сделать себе ферму. А тут уже будут таскать мясо нашей гигантской принцессе. Она уже начинает есть мясо. В будущем она начнет уже есть людей. Какие прям видно в этих глазах весь ее ужас, который предстоит нам испытать в будущем. Так, все отлично, наелись этих, сократим время. Пусть они быстро еду таскают теперь. Интересно, сколько быстро? Только зайдут и обратно вернутся или нет? Ну, практически да. Так, еще давайте сделаем парочку. И после этого прокачаем еще лес. Пусть туда бежит просто армада наших ребят. И доставляет ей как можно хавчика. Так, хоп-хоп-хоп. Теперь 8 туда бежит. Еще трое нас остается. Пусть у нас будет тогда 11. Если 10, конечно, не максималка будет. Так, 9. Рыбаков я пока не хочу прокачивать. Пусть пока будет все вот так. Так меня пока устраивает. Так, уже... Да, довольно-таки дофига себе приносим всякого барахла. Зарабатываем еды. Да, десяточка максимальная. Тогда прокачаем себе еще рыбалку и будем прогонять. А, интересно. Смотрите-ка, если здесь не хватает ровно десятки, то нельзя отправить. Что странно, можно было бы сделать, чтобы я отправил все-таки тех остальных ребят, которых еще... Так, ну теперь хватает ровно, да. Все, теперь нету больше такой проблемы. Теперь все замечательно. Но если в следующий раз будем что-то там менять, то лучше, конечно же... иметь уже в запасе у себя парочку таких товарищей. Как их вообще интересно называть? Я даже не представляю себе, как этих мелких можно было бы называть. Пускай это будут бобики, я не знаю. Воу, нифига себе, никакой хавчик приносит уже большой. Так, бобики, мои милые бобики, отправляйтесь в путешествие, приносите все больше и больше еды. В конце этой игры, наверное, она разрастется на весь мир и сожрет все. И потом эти будут мелкие бобики приносить нам уже целые галактики на покушать. Я бы хотел это увидеть, честно говоря. Так, отлично. И можно еще прокачать теперь рыбу. Ого, они уже приносят нам суши. Ничего себе. Это они что, в магазик сбегали или что? Или ограбили кого? Так. Еще вот это. Нифига себе, 600. 600 стоит. Такая прокачка. Ну, ничего. А, вот, скидка на следующий апгрейд у нас получается. 150 теперь стоит. Так, ну,
можно будет купить, да. Я сначала сделаю побольше бобиков и их туда отправлю, и туда отправлю. Так, еще у меня сразу 3, 4, 5 вроде бы. 5 еще одного сделать, это допрокачивать и... Вот сейчас уже 6 у нас бежит. Надо все допрокачивать эти вот 2, и потом уже открывать третью, я думаю. Так будет лучше. Ой, блин, случайно. Случайно сделал не то, что было надо. Так, еще 2, еще одного делаем. Ага, все офигенно. Так, хоп, кормить, кормить. Блин, 5 не прокачал, да что ж его? Что же такое-то со мной, а, сегодня? Видимо, это так принцесса на меня влияет. Да. Так. Все, десяточка туда, десяточка туда. Все отлично, все круто. Так, апгрейды, что у нас в апгрейдах? 3200, стоимость миньонов будет сокращена. Ну, 3200 это просто охренеть, как много. Так, ага, можем купить себе и тут, и там, и вообще, сколько всего уже появилось. Так, мне нужно больше рабочих. Так, можно одного за мясом отправить, пусть идет, собирает. Так, хоп. Так, этого делаю, хоп. Туда, все отлично. Кстати, тут интересно, что он принесет. Сейчас такой труп, он не знает человеческого, приносит. Тогда я буду просто в шоке, что мои бредовые теории сработали. Нет, он несет милую пироженку. Блин, как и плохо от этого не станет. Ее кормит просто хрен знает чем. Абсолютным нечто, я бы так сказал. Каким-то ее кормит, ну ладно. Так, можно еще вот это купить. Давайте купим. Я тут еще сейчас артефакт принесу древний, который слопает, судя по тому, как это дело оформлено. Так, давай еще, 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 еще. Что, золотое яблоко? Воу, не ожидал такое я увидеть. Жалко, нет какого-нибудь хоткея сразу, знаете, по-быстрому отправлять. 1, 2, 3, 4, там было бы гораздо проще. Охренеть, как он долго это яблоко несет. Видимо, оно невероятно ценное или что-то в этом роде. Может, он дает миллион еды? Кто его знает? Так, пипирю-пирю-пипю. Потихоньку бегаем, потихоньку кормим. Ну-ка, сколько она дает? 160, слушайте, ну не слабо. Если будет целая армия там работать, то... Это прям вообще очень много, да. Так, что у нас по апгрейдам есть? А, можем вот это прокачать, вот это прокачать, все, найс. Так, сюда, все, пошли дальше, пошли вон. Собирайте еду своей королеве, да. Ого, жареный. Теперь он уже там на месте это все еще и готовит. Ё-моё, они прям все одновременно почти в нее закидывают всю эту хавку. Так, апгрейды, что еще есть? А, вот это прокачиваем. Я думаю, это хорошие вещи, стоит их сразу прокачивать. Так, ты-ты-ты-ты-ты, побежали. Нужно побольше сделать себе бубиков. Так. Чтобы они у нас работали на мясной ферме. Наверное, на мясную ферму лучше, конечно, всех покидать, чтобы у нас все по очереди было. Все правильно. Так, хоп-хоп-хоп-хоп, троечка туда. Десяточка сюда, десяточка сюда. Все, теперь все у нас заняты. Эй, он принес неготовое мясо. Расстреляйте этого бубика. Он предатель. Блин, ну да, крутая игра. Серьезно. Хоть и выглядит так просто, вроде что здесь происходит, но забавно, затягивает прямо. Рекомендую поиграть. Конечно же. Так. Зачем они говорят пипка, когда уходят? По крайней мере, я так это слышу. Возможно, зря. Так. Апгрейды. Ого, скорость миньонов увеличивает. Найс. Фу, просто. Ох, вот это офигенный апгрейд, ребята. Это просто лучшее, что сейчас пока что мне попадалось. Это прям реально очень крутой апгрейд на скорость. О, все пошло дело. Сейчас будет все у нас очень быстро. Так, у нас уже 4К. Так, что можем купить еще? All Food Gains. О, вот это хорошая штука. Теперь будет еще больше очков давать нам за хавку. Вау, у него новая корона. Ей! Обалдеть, они еще и новую корону за счет еды купили. Вот валюта в этой игре интересная, да? Так. Главное успевать только нажимать теперь. Потому что еды нам очень много приносят. Так, вум-вум-вум-вум-вум. Так, ой, блин, случайно прокачал не то, что надо. Придется одного купить. Сейчас зато 2 кекса будут нести. Так, что можно еще прокачать? Что у нас тут еще есть крутое? Поппинг дискаунт. Ну, давайте купим. 20, на 25% будут наши бобики дешевле. Так. Надо было пупиками, наверное, назвать какие-нибудь. Пупики! Хи-хи. Так. Блин, успевай только нажимать. Так. А остальное пока не знаю. Можно прокачать кексы.
наверное, или что-нибудь в этом роде. Блин, так. Куплю еще пару ребят тогда. И дальше за работу. Так, сколько у нас еще остается? Ну, остается вот еще прилично, да. Поэтому мясо мы еще можем прокачать. Так, хоп-хоп-хоп. 5 туда, 10 туда, 10 туда. Так, мне нужно еще какой-нибудь апгрейд на пацанов. Было бы неплохо. Не уверен насчет, правда, этой скидки, которую мы покупаем на наших попиков. Пускай будут попики. Из-за попинг прокачки я их буду попиками теперь называть. Переименовал на более удачный вариант. Welcome, кстати, здесь написано. Да, добро пожаловать. На самом деле они сжирают жителей там, этих населений, которые выглядят как вот эти фрукты, ягоды и тому подобное. На самом деле вот это были люди. Или что-то в этом роде. Я чую в этом подвох на самом деле. Потому что она и ест и мясо, да. Так, оп, оп. Эй, что не нажимается-то, а? Во, все, десятку туда, десятку туда, десятку туда. Все, замечательно. Теперь мы открыли для себя что-то новое. Ей! Так, можно что-то еще прокачать. Что-то новенькое появилось. All gains food origin of all gnome. Transcend your gnome is become the gnome itself. Ого, за 10 тысяч что-то крутое у нас будет. Так, давайте прокачаем. Посмотрим, что из этого можно будет сделать. Что за 10 тысяч за апгрейд-то такое, а? Мне аж прямо интересно-интересно стало. Ого, вот это они несут. Пирог, ё-моё, торт. Просто обалдеть. На ей торт. Так, блин, у нас одного попера не хватает. Попика. Так, так, и вот это я хочу прокачать. И что, что происходит? У-у-у, что это такое? А, я прошел игру! Вот что это, за 11 минут 42 секунды, вау! А я хотел все прокачать, блин, так это же неинтересно, я думал еще прокачаю. Ну ладно, на этом, наверное, все. Всем спасибо, что смотрели, если вам игрушка понравилась, ставьте, конечно же, лайки. По мне игрушка забавная, думаю, достойна лайка, и если ролик вам понравился, тем более. Да, на этом все. В принципе, всем удачи, всем пока, всем спасибо за просмотр.